Итак, всем трем, дорогие подписчики, а также гости канала. Ну что ж, Капитан Индустри. Я немножко тут, да, переделал. В общем, была засада. Засада с нефтью и со всеми этими делами. Смотрите, я тут даже, видите, заезд сделал, чтобы древесину здесь пока добывать. Да. Но с другой стороны, все равно засада. Но сейчас засада, в общем-то, не такая страшная. Так, этот у нас бывает, да. И смотрите, да, потребление единства в месяц. Так вот, все вот этих на островах, что там? Вот у нас нефть добывает, не будет единства, не будет добывать. Пофиг, что народу много. 36 человек могут сидеть, хоть 100 человек сидеть. Но если не будет единства, все, никто нигде работать не будет. Вообще, конечно, такая запарочная. Это я и узнал потом, когда вот предыдущую часть записывал, когда. И у меня пошли проблемы. Вот, проблемы из-за того, что там единство у меня было 0. И, соответственно, они нефть не добывали. Нефть нету, соответственно, нету горючки. Если нет горючки, кораблик не правильно. Не ездит и не возит топливо. Да, сделаю, не стал здесь делать, сделаю вот здесь вот будет такой вот насыпь, вот, и соответственно здесь будет подходить сюда и будем загружать топливо. И смотрите, еще такая вещь интересная, сюда он загружал какие-то части отхода, ну это грунт, что-то грязь, я не помню, что-то он такое загружал сюда, шлак, иногда шлак. Так вот, но сюда песок не хотел загружать. Песок, известняк и так далее. Пришлось поставить вот такую вот диспетчерскую вышку. Я сюда не назначаю никакие экскаваторы, там, грузчиков, этих грузовиков точнее. Но при этом здесь можно сбрасывать. И здесь я назначил, что именно, вот из чего будет эта насыпь. Можно, например, просто сделать, например, камень и грязь. Из камня и грязи сделать. Ну, как вариант. Вот. А шлак у нас вот туда уйдет. Соответственно. Так, у нас тут... Ага, нету уже. Понятно. Значит, запускаем это. И запускаем эту. Нет, это мы включаем. Это мы включаем. Так, единственное, что здесь будет сейчас жопа с углем, поэтому надо уголь. А, нет, стоп, назначаем еще вот сюда вот. Вот. Но разгрузку нафиг, заполняемость и ставим приоритет. Девяточка. Я не думаю, что нам. Так, здесь я специально поставил, древесина сжигается под уголь. Потому что угля просто катастрофически не хватает. Так, здесь до единицы доставка. И здесь у нас тоже единица. Ну, кстати говоря, можно тоже тогда единицу выставить, но чуть-чуть вот так вот. 18 они привезут немножко. Она там все равно перезаполнится и... Толка от нее не будет. Так, 63. Блин, а чего не... так, а сколько у меня тут... А, у меня же много леса будет. Давайте вот так вот. 10 машинок. Тоже неплохо. А я тут снимал, слушайте... Да, снимал видео готовки мяса под по-французски. Ну, моя девушка когда-то девушка делала, и соответственно я запомнил, но немножко по-своему его делаю. Не так вкусно, как у нее. Ну, мне-то как бы вкусно, но у нее вкуснее. У нее вкуснее, так что если будет смотреть, заодно ей привет видео передам.
Так, хорошо. Соответственно, здесь мы заново делаем. Да, я чуть-чуть поля по-другому разместил. У нас теперь жратва есть. Соответственно, и здесь поставил 3. Но они будут делаться, потом еще здесь соль будет перерабатываться. И будет еще хлор. Хлор из рассола. Соответственно, потом мы сюда машинку назначим. И здесь будет водоочистительное сооружение. Сточные воды будем с песком смешивать, с хлором. И на выходе вода и грязь. Соответственно, грязь мы куда-то, не знаю куда, но надо будет ее сбагривать. Соответственно, наверное, какую-то насыпь большую будем делать. Я не знаю, слушайте, тут и так гор много. Да, и здесь еще больше гор будет. Знаете... Да, большая гора. А, можем вот здесь, да, выроем котлованы, а потом эти котлованы грязью закроем. Так, негде исследовать. А, понятно, я... Ну, ничего страшного. Ну, чё, выгрузился ты? Выгрузился, а вот загрузиться ты не хочешь, да? Давайте ускорим тогда это дело. Соответственно, вообще они очень странные, они иногда машинки эти не возят сюда топливо, иногда возят, иногда не возят, вообще странноватые, очень странноватые. Ладно, так, здесь можно убрать ускорение уже. Соответственно, ну, вроде бы да. Здесь топливо сейчас привезут, они начнут уголь снова добывать. И вот как раз с углем-то и проблема, видите. Вот. Как раз нет, когда нет топлива, соответственно, не привозят уголь, уголь не сжигает, ну, с водой не смешиваясь, да, перегар. В общем, пара нету. Я не знаю, а почему вот разработчик не сделал дерево? Ну, вода, дерево. Дерево сжигается, да, нагревает воду, получается перегрев и пар. Почему именно уголь только? Просто вот есть уголь, но с дерево только вот такое. Дерево уголь, но дерево вода и пар. О, почему-то нету. Странно. Я об этом просто подумал. Почему? Потому что лесопилка, потом появляется лесопилка, дерево дофига там будет. И но она добывается, я сейчас вам скажу, за один рейс я привозил 1000 дерева. Поэтому это мы лес, кстати, сохраним потом. Ну, часть леса мы здесь сохраним, соответственно. И я не очень, знаете, еще что? Тут еще пока играл и смотрел, подумал вот о чем. Здесь есть, так сказать, релизальщик, где он тут? Вот большой грузовик, будем изучать большой экскаватор. И вот лесоготовительные комбайны. Нет ничего, что могло себе деревья собирать. Но зачем он? Вот вопрос. Потому что мы не можем выращивать, по крайней мере, я не нашел, либо, ну, может быть, я не увидел. Вот, кстати говоря, надо будет фильтры еще делать. Ладно, это потом. Так вот, топливный газ, пищу, перерабатываем топливный газ и биомассу, да? Биомасса, вода и удобрения. Кстати, тоже неплохо. Я там потому что химию всякую буду делать, да? А это, как говорится, удобрение хорошее. Да, потому что у нас пища-то может быть, да, несколько полей здесь еще поставить. Как вариант, вот здесь вот, да, поля под биомассу. И, соответственно, прошу прощения. Да, и чистое удобрение. А здесь вот делается вот такой вот водород, кислород. В общем, воду будем транжирить. Да. А, кстати. Да, это же тот же самый рассол и хлор, электролизер. А он у нас там есть. Мы же можем... Там же вода, да?
Хотя и вода здесь есть. Ладно, пусть здесь. Да я думаю, можешь машинками просто сюда привозить. А с другой стороны возить их. Да, а потом удобрения. Это аммиак, азот, вода и удобрения. Поэтому надо будет как-то отказываться от этого и все-таки делать нашу, да? Из природных, так сказать, ресурсов. Так, ну что вы там? Вот, смотрите, 13 только добавили 2, немножко. А этого не хватит. И у меня вот эта засада была. Видите, не хватает горючки. Собака. Давайте сюда двоих поставим. Либо еще парочку. Вот куда ты увез? Причем я приоритет. Видите, приоритет. Доставки единица. То есть они должны доставить просто в первую очередь. Почему они... А, привез. А, все-таки это ты привез, да? Ну ладно. Либо машинок нету. Да не, машинки есть. Вообще странно, я говорю, не понимаю этого. Блин, ну да, умом не вышел, так сказать. Потому что я назначаю машинки вот сюда. Соответственно, вот эти вот, если вы видите, я не могу назначить ее сюда. А они сами не возят сюда. Ну, у меня, во всяком случае, почему-то не возили, и у меня тогда было, поэтому мне пришлось переиграть, потому что они перестали возить корабль. Ну, я не уследил. Они все топливо вывезли, соответственно, нашим вот этим вот чудиком, да? Те, кто здесь работает экскаваторщиком и грузовикам, грузовики еще заправились. И в итоге корабль остался без топлива. И все, и Алис. Ну, не, можно, конечно, было на карте торгануть, но у меня к тому моменту не было ничего, чем бы можно было бы торговать. Поэтому, да, можно было бы торгануть вот этими строительными материалами, а строительные материалы перестали делаться, потому что энергии не было. А энергии не было почему? Правильно, потому что угля не было. Ну и так далее. А угля не было, потому что эти машинки, в общем, встали без топлива. А я не мог топливо доехать забрать, потому что корабль перестал кататься. В общем, круговорот, да, круговорот в природе. Так, что у нас следующее? Следующий шаг, соответственно, дождаться вот этого, да, мы дождались, отправляем, соответственно, сюда, его еще раз. В смысле, вы уже что, выдули, что ли? Нифига себе. Выдули. Обалдеть. Что за люди? Да, ну мы если что вот это скопим, может быть, да, вот этих стройматериалов, и если что, на всякий случай потом, да, закупимся. Так, эти пока здесь собирают, соответственно, да, эти пока, эти у нас возят, и у нас как раз сейчас запчасти пойдут, да, отлично. Сейчас меньше будет ломаться. А, вот они что строят. Ну да, я хочу сюда все перенести, всю энергетику вот эту убрать. Да, вообще вот это все. Видите, даже специально вот этот водосборник поставил на всякий случай. Да, иначе вот здесь вот вода как-то очень плохо шла. Да, мне пришлось. Хотя от него толку. Хотя от него толку там, ладно. Можно. Так, игра вообще, конечно, залипательная, блин, залипательная. А, стекло.
Слушайте, я стекло, в общем, хочу грузовики сделать большие-большие. Не знаю, насколько это получится. Так, а чугун? Кстати, а где у нас чугун? Почему у нас сюда чугун не войдет? А, привезли. Ага, теперь меди не хватает, да? Но медь можем, кстати, купить. Купить меди вот так вот. Даже еще. А, 80 штук. Ну да, здесь видите такие пропорции. Конечно, лучше медь покупать вот за красненькие. 10 красненьких, 30 меди. Но красненьких еще надо и, блин, добыть. А еще я вот это вот, да покупаю немножко вот так вот, а потом меняю это на лес. Ну, на бревна. Если, опять же, вдруг понадобится. Вот, можно 120 бревен еще, 200. Ну, резина, она очень редкая. Я, во всяком случае, пока не знаю, куда ее девать, эту резину. Так, это сюда, и отправляем его обратно домой. Так, сейчас негде следовать, почему? А, понятно. Смысле, а... Тут 38 пара, и вы хотите сказать, что... А, понятно, у нас просто не хватает. А почему мощности не хватает? Жучирло. Ну, 1,5 мы вырабатываем. Подождите. 250 каждая, 250, это здесь 750. 1200, а, 1250, а нам нужно 1,5 мегаватта, да? Ну да. Я, правда, часть отключил уже, что там. Что-то я подключал уже. Ну давайте немножко, как говорится, промотаем вперед. Да. Слушайте, да, изучилось тут. Что я тут изучил? Вот, стекла. Хостоваров. Соответственно. Так, а почему ты не показываешь? А чё вы так херово показывать стали? Чё за... О, вот. Так, соответственно, смотрите. Значит, здесь нужно стекольная шихта, уголь. Получаем расплав, да, шлак и промышленные выбросы. А он нам нужен, кстати говоря, да, потому что стекло. Стекло нужно для больших грузовиков и в том числе, не помню еще для чего там. Но, блин, куда шлак нам? Шлак. Так, хорошо. Тогда... Да, я уже тут чуть-чуть по-другому сделал. Теперь 8 шлака дробленого будем перерабатывать с двумя цементами. Чтобы у нас появились бетонные плиты. А бетонные плиты для изготовления там нужно будет. Грани, камень,
Камень, ножницы, бумага. Я вот думаю, а нужно ли нам это? Вообще нужен ли? Потому что, по большому счету, мы можем и шлак все это фигарить, дробить. Да, тем более шлака будет много. А, давайте тогда вот так пока мы сделаем. Так, теперь ищем, где это гребаный стекловарочная. Так, стекловарочная, ага, промышленности. Так, а здесь нам нужен. Нет, стоп, не там. Вот, промышленный смеситель нам нужен, который будет. Нет. Стоп. Да, который будет делать стекольную шихту. Но стекольную шихту мы будем делать из песка, известняка и соли. Соли я, помните, поставил, да? Соль. Соль. Лак нам не надо, сера. Окей. Соответственно, промышленный ставим. Поставим мы его. Так, а что нам надо будет? Песок, известняк и соль. Ну, известняк у нас есть. Песок у нас есть. Да, тогда сейчас они все это вывезут. Мы, соответственно, это дело переделаем. А, слушай, а ты не можешь... Блин, а почему... Блин, ну это же такой же... А, есть бетонный смеситель. А, промышленный смеситель. А я думаю, почему мы не могли бы сделать все это в одном? Так, соответственно, мы сделаем вот так вот. Немножко. Да, нам нужно будет в любом случае этим бетонные. Хотя он. Слушайте, а сколько вы бетонных и штуки? Да, потом еще хозтовары. Есть вот эти распределители, но они, зараза, они не могут, нельзя на них настроить, какой из них куда отправлять. Вот, ну, как вот с фактории, сатисфактори, да? То есть вправо, допустим, один материал там или продукт, да? Влево другой продукт, материал. Они здесь просто настраивается поток. Куда больше, куда меньше уходит материала. Ну, такой себе. Да. Так, хорошо. Я бы еще бы сделал, но придется отдельно тогда электрифицированный цех ставить. Да. Там потом, кстати говоря, еще круче будет цех. Так, стекло, древесина. Но у нас есть альтернатива. Вот, альтернатива древесине. Это, соответственно, сталь. Стекло, сталь и... Да. Чугун, древесина, бетонные плиты. Так это то же самое. Подожди-ка. А нахрена тогда это нужно? А, где это? Ну да, чугун, древесина, бетонные плиты. Чугун. Три чугуна, четыре древесины.
Ну-ка, вообще, в чем разница тогда? Тричка на 4, две плиты. Две плиты. У электрифицированного сборочного цеха выше производительность, и в нем можно собирать более сложные изделия. Хотя то же самое абсолютно. А, ну он просто быстрее и, может быть, больше, да, сразу делает. Но в любом случае, да, нам нужно вот в это выйти. Потому что стекло, древесину я бы не хотел бы. Ну, стекло, древесина и так, блин, запар. А хотя, с другой стороны, у нас и стали-то... Нет, стали много. Да и древесины потом будет море. Да, в общем, хз. Что вообще будет? Ладно. Так, ну что вы там сделали? А, вы еще надо прийти, да? Да, загружаем. Соответственно, и возвращаемся до дома. Ага, нету древесины. Неоткуда брать вам, да? Хорошо. Неоткуда я вам ее доставлю. Соответственно, где наша... Может быть, не очень... Ну, не очень, конечно, может быть, обмен. Но... Ну, давайте еще немножко порубим леса. Я, так сказать, весь не хочу рубить. Все-таки хочется как-то оставить. И там. Да, пусть так. А тем более надо, да, вот сюда нужно 168 вот этих привести. Желтых, желтых, желтых. Слушайте, а, там можно, кстати, красненький на что-то поменять, на уголь. А, на медь. На 120 меди. Давайте вот лучше вот так вот поменяем. Да. Вот это надо еще, наверное, еще один такой же ставить. Но они медленно, зараза, медленно-медленно делают все это. Так, давай-ка мы тебе сейчас... Подожди, это какой у нас электрифицированный цех, да? Это же... как они же задалбливают. Так, иди сюда. Соответственно, ты идешь... Вот так вот. Да, нам нужно срочно, срочно, в срочном порядке делать штуку классную. Так, ну чё, приперся? Угу. Как всегда у тебя. Слушайте, а можно как-то его... А, причал, кстати. Да, по поводу причала. Вот, видите, приостановился. А почему это приостановлено?
из-за того, что нету, может быть, ремонтных, может, нету. Причал. Здесь есть причал новый. Где он, кстати говоря, навигационный мостик. Судовая броня. Продвинутая выплавка, эпическая сила, медная руда, дробленная медная руда. Дробилка, дробилка. Дробленная железная. Степная шахта угля расплав. А, то есть типа он потом может вот в этом все делать. Известняк расплав. Слушайте, нахера тут? Зачем столько много всего? Зачем это всего много? Я не знаю, слушайте, это опять же, наверное, кто как кто развиваться будет, да? Ну потому что, блин, мне и этого хватает. Ну мне зачем же дробленная железная руда? Чтобы ее сюда углем смешать с известняком и расплав гуна? Так можно стекольную шихту уголь, да, тот же самый расплав получить. А, стекломасса это, а это расплав чугуна. То есть он просто больше вырабатывает. Быстрее, быстрее, больше, что? Вообще, да, ну, все равно. Все равно, да, может быть, оно и пригодится, понимаете? Вот я, опять же, стекло не хотел, а потом понял, что оно нужно. Кстати, что ты у нас... А, мне нужен вот этот. Соответственно... Так, соответственно, сюда. Нет, стоп, сюда подключаем... Ты не хочешь, да? А, подожди-ка, подожди, не-не-не. А, сначала надо жёлоб, который сюда будет гнать. Подожди, что у тебя такое? А, это лента все-таки. Ну, так я же ленту взял. Или нет? Во. Соответственно, он сюда будет гнать цемент. Хотя вот так вот. Так, так. Сюда он будет гнать шлак. Так, а сюда он будет гнать воду, соответственно. Даже труба номер два. Быстрее вода поступала, да, и отсюда у нас будет вот так вот. Правда, я зря второго уровня. Ну ладно, второго так второго, соответственно, это убираем. Так, дальше у нас идет, я вам говорил. А, промышленный. Да, промышленный. Значит, промышленный у нас будет, соответственно, здесь. Здесь он будет гнать вот эту вот. Нам сюда нужен песок. Песок. Ага. Это жёлоб, по-моему. Ах ты зараза. Так, тогда пока отменим. Соответственно...
Это так. Ага. Или вообще все это передвинуть. Ну ладно, да, потом передвинем, когда у нас будет немножко побольше всяких ресурсов. Можно его как-то... А вот так вот мы сделаем. Я говорю, сейчас наверчу, накручу. Да, потом все это переделаем. Хотя нет, слушайте, вот эти зря я ленты, потому что у нас в любом случае их... А, слушайте, а мы-то... А, блин, потом... А потом я тогда не скоплю этих желтых. Да, известняк. Известняком у нас, соответственно, здесь вот известняк. Мы его потянем отсюда. Тебя так можно красиво. Так вот ты пойдешь. Песок, известняк и соль. Соль, правда, будут подвозить машинки. Ну, по мере надобности она будет там выезжать. И возить сюда соль, соответственно. Дальше сюда ставим хранилище. Это у нас будет стекольная шихта. Так. А дальше уже будет у нас стеклоформочная. Соответственно. А, подождите, блин, что-то я... Что-то я упустил. По-моему, в промышленном... Нет, стоп. Блин, да где ж этот... А, или мы только изучать будем? Сейчас, секунду. А, это доменная печь. Доменная печь. Где наша доменная? Вот она. Ага. Окей. Так, соответственно, сюда ставим. Доменную печь, которая будет из стекольной шихты уголь у нас, соответственно. Блин, слушайте, сколько угля будет уходить, ёж туда есть. Ага, ты тут не пройдешь, да, блин. А мы вот так тебя увидим. Соответственно, это убираем.
И вот так он, да? Отсюда вот так вот. Не, вот так вот я сказал. Так, соответственно, сюда уголь мы знаем, тогда, да? Да? Потом у нас расплав со шлаком. И промышленные отбросы. И промышленные отбросы мы сжигаем их в домены. Но потом мы будем их перерабатывать. Я не помню. Так. А давайте хранилище сразу же, да? Это у нас стекло же ведь будет. Так, вот стекло. А это потом сюда. Мысли ты. А, подожди-ка, а зачем тебе? Какой-то у него выход есть. Вода. А, либо рассол. А, ну понятно, рассол, либо кислота. Все, это мы. А, не все. И сюда у нас получается, значит. Блин, как же тебя. Не, а ты можешь вот сюда вот пойти? Не можешь. Хорошо. А, вот отсюда. О! Как раз. Так вот. Соответственно, здесь у нас будет. Вот так вот. Ух, как я люблю. Какие я. Да, люблю такие сварганить. Что-нибудь, а потом такой сидеть и. Да, когда что-то потом начинаешь разбираться, что, куда, зачем, почему идет. И диву дивишься. Так, соответственно, автораспределение. Здесь у нас. Давайте сразу же за вот эти. За единство сделаем, потому что там, ну, задалпливает ждать, пока они там привезут эту одну штучку. Так, у нас он 86 мегаватт, да, а это у нас 500 киловатт. Слушайте, а кто скажет, как сколько конечная вот это? Или 4 хва, или 4, по-моему, 4 я даже ставил. Надо посмотреть в следующем ролике. В предыдущем. Либо, опять же, да, напишите в комментариях. Ну, может быть, 4 сможет. Но я так вроде бы смотрю. Я, конечно, в кинетической энергии не разбираюсь, но вроде бы, да, 250, да, 500 кВ, да, выдает 250 киловатт. Но это вот это вот. Да? 86 мегаватт. Ну, это кинетическая. В одном мегаватте 100 кВт, ой, 1000 киловатт или 1 кВт, ой, блин, или 100 киловатт. Да. Эх, где мои школьные годы? Все, все. Ну, я знаю, что в одном мегаватте, в одном, точнее, там. Мегабите, да? Этот, ой, в одном гигабайте там получается
100 мегабайт, да, или 1000 килобайт. Вроде бы я вроде бы не ошибся. Давненько я не это мысли. Ну, насыщенный пар. Так, идешь. Блин, я его. Ах ты ж. А я тебя не туда подключил, что ли? Ну да. А нет, подождите, блин, где этот? Так, ты идешь насыщенный пар, соединяешься и входишь. А, я его сдуру. Да, не уследил, куда подсоединяю. Это не сюда он. Ой, я, блин, надо же, вот за всем надо следить. В смысле горючего не хватает? Блин, опять ты. Слушайте, они снова ни хера не привезли, да? Вы прикиньте, эти дебилы не привезли мне. Они все топливо скоммуниздили. Ну вы чё, блин, ну охренели что ли? Идиота, кусок идиота. Ладно, купим желтеньких, купим потом. Ты бьёб твою тя. Ну и куда вы дели? Ну я ж вам приоритет доставки поставил. Но видите, приоритет достаточно топливо. Чем меньше значение, тем выше приоритет. То есть единицы это они должны сразу привести. А эти что сделали? Правильно, они ни хера не привели. Так, хорошо, тогда мы отсоединим вот эту херню. Может быть они из-за того, что я им только... Хотя нет. А, может быть я им назначение маршрута, и они туда ее спихнули. Хотя нет, вон, слушайте, еще топливо-то есть. Вы, дебилы, вы привезите мне топливо. Так, хорошо. Ах, да ничего хорошего, правда, это я так себя успокаиваю. Так, что у нас здесь? Давайте немножко уберем вот так вот. Здесь пока пере. Ну, они видите, да? Сейчас, блин, проблема. Надо сюда вот этих отправить. Ну что, забрали? Да. Теперь смотрите, значит, что я тут неправильно сделал. Во-первых, да, труба. Это у нас пар, который должен уходить. Пойдите вот сюда вот. Да, вот насыщенный пар. Он туда уходит и, соответственно,
Да, и за счет вот этого пара он еще и качается вода. Да, вот так вот. Мало интернета. Естественно, мало, блин, дебилы, блин. Вот сейчас опять, слушайте, вот знаете, что сейчас произойдет? Опять же, наш этот крендель не получит топливо, и я не смогу уехать. Ну да, а эти взяли все козлодоевы. Что за люди? Что за... Изменяем направление. Так, а здесь мы делаем вот этих, да? По-моему, насколько я помню. Давайте ускоряемся, соответственно. Сейчас мы сюда наберем 40. Я надеюсь, эти дебилы все-таки приведут мне это топливо. Да, отсюда нужно ускорялку уже. Понятно. Понятно, у меня еще эти сожрали. Надо вообще избавляться от этих. Да, и производство. Это я вообще ставлю производство минимально 6, потом 10 и потом 12. Нет, 6, 8. 10. А самая последняя турбина работает только тогда, начинает вот этот вот раскручиваться колесо, тогда, когда если нужно дополнительно еще, ну не хватает мой это энергии, она тогда его раскручивает. Если хватает, оно просто там, вот видите, два стоят, они ничего не делают. Вот, ну поскольку видите, переизбыток даже, по-моему, энергии идет. Соответственно, это да. Сюда у нас это делается. Да, вот это можно уже выключить сейчас. Сейчас выключаем, потому что здесь... Это я так для начала сделал перегретый пар, но сейчас очень много будет насыщенного пара. Так что я думаю, вполне его хватит. Да, видите, у нас... Сколько тут? Вон, 23 штуки, нормально. Ну что, вы мне скопили, собаки, или не скопили мне? Копили, молодцы, идиоты, блин. Вот дебилы. Давайте 180 купим топливо. Блин, свое топливо есть. Если бы эти же золотой вы бы не убирали бы, все это не собирали, точнее не транжирили. Кстати, да, знаете что, надо... Пока что этот будет кататься, у нас все равно это все пустое. Я бы вообще на самом деле здесь еще поставил бы переработчик. У нас будет очень много топлива. И надо будет вообще все это перерабатывать. Ну, вообще, нефть в топливо. А топливо потом можно продавать. Не только продавать, но его обменивать можно. В одно, ну здесь это только два города открыто, здесь скорее всего еще будут какие-то города, видите, вот здесь я не смог, меня прижали, надо очень такую серьезную пушку ставить. А здесь можно, например, дизельное поменять на уголь, вот, потому что уголь рано или поздно у нас закончится, либо его нехватка будет в какой-то момент, да, ну и почему нет, давайте вот эти две штучки купим. Это и здесь, скорее всего, в разных городах будет по-разному. Где-то топливо на уголь, где-то топливо там еще на что-то. Здесь, видите, стройматериалы можно топливо поменять, ну и так далее. Да даже вот можно на еду поменять, если вдруг пищи будет не хватать. Там можно поменять. Обмен совершить. Поэтому мы сейчас, наверное, последнее, что сделаем, это... Так, а сколько уже? Ух, ни хера себе, уже час прошел. Соответственно, мы вот это убираем. Так, и убираем
Это... Да. А, и, блин, надо проточку еще убирать вот эту. Сточные, сточные, как бы у вас... Точные, вас бы убрать бы, но при этом водоочистительное сооружение бы построить, я бы сюда бы убрал. Сточные эти воды. Как раз бы экономили воду. Да, ну и да, и потом будем строить уже грузовой причал, он уже почти будет готов, ну почти готов. Соответственно, мы его оставим, поставим вот сюда. Я как раз немножко, ну можно его хоть сейчас поставить вот так вот, но как-то вот будет они заходить прям на берег, да, прям утыкаться не очень красиво. Я вот здесь вот как-то вот либо вот так думал ставить, либо поставить его вот так вот. Но да, с другой стороны надо будет, ну да, еще по одной полосочке. Ну пусть они дальше вот до самого конца сделают, а потом мы, может быть, вот так вот его и причальчик поставим. Хотя можно... Хотя можно и так. Да, правда, под городом, ой, под носом у города будет переработка нефти. Я бедный житель, слушайте, если бы я здесь жил, я бы, наверное, уже уехал куда-нибудь. Представляете, блин, сидишь и целые сутки. Так, или все-таки, блин, поменьше сделаем. Потому что чем меньше, ну там же потом он будет приезжать, приплывать точнее, там нужно будет ставить, в общем, трубы прокладывать, да? И чем меньше труба, все-таки, чем, ну, быстрее же будет, да? И трубы не надо так долго. Ну давайте вот здесь вот где-то, да, они уже как раз, да, я, наверное, вот так вот сейчас им обрежу. Вот. А вот здесь мы сделаем, соответственно, вот так вот. А, нет, здесь они еще должны, да, они еще будут докладывать. Так, так. И, да, здесь они должны будут свалить. И потом у нас как раз он... Ну, я там немножечко, видите, немножко такую по бокам сделаю отступ. Ну, должно неплохо смотреться, да? Даже можно, кстати говоря, и сделать вот так вот. Соответственно, 2, правильно? Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да? У нас и вот этот причал как раз. А, даже еще один надо. Но мы его посерединке вот так вот вобьем. Соответственно, да, чтобы, ну там чуть-чуть отступ будет берега и там. Вот, так что вот такая вот у нас получилась серия. Так что, в общем, лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну и, ну и нравится или не нравится, как на YouTube, да, теперь это сделали. Ну и непосредственно напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Не переключайтесь, скоро увидимся. А если не подписаны, подписывайтесь, ставьте, да, колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и непосредственно скоро увидимся, не переключайтесь. Пока-пока.